Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Ирина, я нахожусь в Литве. Я опоздала к завозу очень сильно, потому что у нас сейчас елки. И вот приезжаю вечером, и уже что-то тут стоит в коробочках, что-то есть, что-то застала, и то уже в коробках. Поэтому покажу, что есть на данный момент. Все равно орхидеечки прекрасные. Нашла также и орхидеечки надписанные, кстати. Вот, вот эта красотка Клеопатра, но это все отложенные. К сожалению, это уже все отложенные, вот эти красавицы. Вот они хорошенькие. И привезли микроорхидеечки. Эти малышки, они все с прошлого завоза. Это все я там показывала. Так что это все есть. Какой полосатик, по-моему. По-моему, он тоже был в прошлый раз, а может и не был. Просто его частенько привозят. Маушин стоит. Кстати, вот в прошлый раз было много этого сорта, этого гибрида. А сейчас я вижу только один. Только один такой вот калинопсис. И очень много пульсаций. Пульсации как вот высоких, таких вот уже крупных взрослых кустов, также и маленькие. Вот такие вот молоденькие кустики есть пульсации. Ну, насчет цен, снова, как в каждом видео я повторяю, что с одним цветоносом орхидеи 550 стоит, с двумя цветоносами 680. Вот эти вот желтые петлипчики, они стоят 950. Позади красавец шикарный, он стоит 1250, если чуть-чуть не подорожал. Потому что они слегка дорожают, орхидеечки у них, но не намного. С двумя цветоносами орхидеечки, например, подорожали всего на 30 рублей, 680, а стоили 650. Термитов, дендробиум, холинопсис, 420. Так, заглянем в чужие коробки. Вот они, чужие коробки. Вот такая вот тут пятнашечка. Красотка, красотка. А здесь другая пятнашечка. А здесь другая пятнашечка из этой же серии, очаровательная. Рядом с ней стоит желтенькая, но я ее покажу среди других, потому что здесь ее придется доставать. А там она стоит отдельно, и до нее можно добраться спокойненько. Вот такой вот красавец тут. Так, здесь тоже стоит красавец. Так. Нагленько так. Интересно, достану? Нет, не достану, к сожалению. Вот такой вот хорошенький фаленопсис стоит. К сожалению, я его не могу достать. Вот они, красавцы. Ну, все это уже отложено. Вот там белое облако стоит. А вот фаленопсис, который мне все нравится. Вот он. Вот она, это панда. Панда под каким-то номером, которую я никак не куплю. Ну, очень красивый фаленопсис. Очень. Так. И что стоит здесь? Это уже все. Это уже не отложено. Это уже они в продаже стоят. Вот, казалось бы, два одинаковых фаленопсиса, но они разные, они абсолютно разные. Тот, что справа, в нем больше розовинки и цветы чуть... Хотя нет, такого же размера. Мне показалось, что чуть крупнее. А этот вот более разбеленный. Кстати, еще одна пульсация. Вот какая хорошенькая. Какая красотка стоит. Сейчас посмотрю, может, у них горшочки надписаны. Так, вот, вот, кстати, вот написан вот этот фаленопсис. Написано Кикион. Или Киклон. По-моему, Кикион. Незнакомые названия, вот я вам скажу, здесь написано, вот, которые вот я читаю, в том числе и это название мне незнакомо. Так, здесь что? Здесь что-то есть. Здесь что-то есть, но
немножечко стерлась, не видно. Этот красавец как подписан. Так, а у него ничего не написано, ну не все горшочки написаны. Ну это сзади пульсация желтенькая, а посмотрим пульсации. Пульсации не написаны, а здесь тоже другой, а нет. Да, пульсации, вот видите, написано pulsation. Точно, пульсация. Вот бордовый красавец на дальнем фоне. Вот этот вот красавец. Кто это у нас? Так. Ну, что-то на М. И тоже буковки маленькие стерлись, и поэтому я не смогу прочитать, к сожалению. Но вот горшочек написан. Это, знаете, это можно узнать его название. Попробовав, введя вот эти вот буковки хотя бы на чайные. Моя любимая залька. И можно определить сорт этих фаленопсисов. И вот такие крошечные микро. Крошечные прям. Крошечные. Вот в торфяном стаканчике. А почем микро? 180. Вот эти вот микро, они стоят 180 рублей. Вот эти малышки. И вот тут целая полянка. Прекрасная полянка. Вот палеточка целая. Лапуськи. Прям лапуськи. Так, а здесь кто у нас стоит? Ой, цветонос из точки роста. Красавца. Здесь вот кто стоит. Это декорумские фаленопсисы. Они уже в картонной упаковочке. Вот. Поэтому название я вам не скажу. Если оно есть, то оно где-то там под коробкой. Но насколько вот я покупала вот декорумские, название не было на коробочках. Вернее, под коробочками, на емкостях. Вот он. Амстердам, Роттердам. Я вечно путаю эти названия. По-моему, Амстердам. Я вечно путаю, а меня вечно поправляют. Терпеливо поправляют мои замечательные зрители. Вот он какой хороший. И бутончики-то у него в пятнышку. У этого чуда. Так, и здесь. Здесь стоят пульсации, несколько кустиков. И вот такой красавец. У них тут тоже подписаны горшочки. А у этого красавца, наверное, не подписан. Нет, что-то подписано. А, Джиллион. Это Джиллион. Так, что вот этот красавец Джиллион. Вы, кстати, вот имейте в виду, что многие орхидеечки в зависимости от производителя имеют несколько названий. То есть каждый производитель, он дает свое название гибриду, сорту, который продает. Так что вот бывает. Одна орхидейка имеет аж несколько названий. Здесь написано... Тоже надо погуглить вот это вот, кому вот интересен стал вот этот фаленопсис. Вот. Я еще раз его покажу. Или у кого он есть. Тут тоже цифры, буквки немножко нечетко написаны. И я вот не могу понять. Не могу понять, то ли написано Си-И-Кион, то ли Сил-Кион, то ли Сли-Кион. Поэтому это надо гуглить. Вот так вот, в очень мелкую крапинку. Прям крапинка уже как пыль. Просто как пыль. Так. А тут ничего не написано. Вот он, кстати, и залит. Маленько. Ладно. Вот желтенькая, которую я не показала там в коробке. Вот она, красавица. И она, у нее лепестки имеют еще и вот такие вот красноватые разводы посерединочке. И это голдион. Золотистая, золотце, голдион. Так, это
желтенькая тоже не написана. Вернее, это декорумовская. Она тоже в картонной упаковочке. А здесь кто? Отвернул Ильчика. Ой, какой хорошенький. Посмотрите, у него по краешкам есть каемочка. Такая еле заметная. Причем у нее два цветоноса. И вот на цветоносе, который правый, на нем на цветах есть эта каемочка заметна. На левом цветоносе, на цветах левого цветоноса каемочки нету. А вот на этом прям вот есть. Так что вот прелесть. Каемочка, которая мне очень нравится. Корешочки беленькие. В темноте что-то стоял. Нет, этот горшочек тоже не написан. И там вдалеке вижу еще. Вижу еще орхидеечки. Это кустики молоденькие. Это, видимо, из старого завоза. И вот такая вот малышка беленькая. И вот тут тоже пульсации. Да, это старый завоз. Тут пульсации, которые некоторые из них хотят мутировать в бабочек. Вот, например, вот такой вот цветочек. Сзади стоит еще один. Амстердам. И вот тут вот молоденькие кустики пульсации стоят. Так, что-то я тут этикетки задеваю. Так, ну все, наверное. Да, на уценочке ничего нету. Я посмотрела. Там стоит только один единственный фаленопсис. Про цены я сказала. Кстати, Мауди ни одного не вижу. Ни одного. Тогда вот на уценочке два Мауди стояли. А сейчас и тут еще один, то ли два еще оставались. Тут вот в общей кучке. Сейчас я не вижу здесь в этой кучке Мауди. Я все надеюсь, что, может быть, их купили. А вот этот фаленопсис, посмотрите, он настолько разбеленно-салатовый, что он смотрится как белый, почти как белый. Я не встречала еще таких, таких вот бледно-бледно-салатовых. Но я не думаю, что он выцвел, скорее всего, он прям вот такого цвета. Давайте посмотрим, может, у него тоже горшочек написан. Нет, не написан горшочек. Потому что мне прям стало интересно, что это за фаленопсис такой. Ну все, тогда буду заканчивать свой обзорчик. Мне передали эстафету, кстати. Я сняла сегодня небольшое видео по этой эстафете и выложу его. Наверное, сегодня я не успею его выложить мне, потому что надо еще смонтировать, и этот обзорчик надо еще смонтировать. Но в любом случае, сегодня, завтра, до Нового года я выложу. Это видео я уже сегодня выложу. А эстафету выложу уже, наверное, завтра или послезавтра. Поэтому будет такое вот небольшое видео, не орхидейное. Так что, кому интересно, вот, имейте в виду. Эстафету мне передала Оля Сыроватская. Единственное, я эту эстафету никому решила не передавать, потому что с этим маленечко проблематично. Очень мало людей добровольно соглашаются на эстафету. А как бы навязывать специально я уже не решилась, не осмелилась, получив несколько отказов в продолжении этой эстафеты. Поэтому я решила никому не передавать на этот раз. Почему на этот раз? Потому что у меня уже есть эстафетное видео. Ровно год назад оно было выпущено у меня. Ну, все, больше никого не задерживаю. Все, всем большое спасибо и всем пока, с наступающим Новым годом!
Thank you.